Автопарк комбината благоустройства пополнился новой техникой. Накануне на территорию предприятия были доставлены коммунально-дорожные машины и шреддер для переработки твердых крупных габаритных отходов и древесины. Основная обязанность комбината благоустройства – уборка улиц. Зимой от снега, летом от грязи и мусора. Содержание дорог в первую очередь зависит от наличия современной техники. Щедрая на снегопады. Зима еще раз это подтвердила. Техники, ее, наверное, всегда не хватает, сколько бы ее ни было. Зима тяжелая, пережили, работали круглосуточно. Приходилось еще и помогать МСКНТ убирать мусор. Сегодня комбинат благоустройства готовится уже к летним работам, поэтому и усиливает свой автопарк. Вот такой шреддер поступил в ведение организации накануне. Зубы у него действительно мощные, как у крокодила, шутит главный инженер. Производство Италия нужна она для того, чтобы перерабатывать древесные отходы, плюс бетонный строительный мусор мелкий. Производительность у нее древесная 26 тонн в час. То есть нам это позволит освободить тракторную технику, которая пойдет на уборку города. Вскоре к уборке дорог присоединится и новенькая коммунально-дорожная машина. Для зимне-летнего содержания таких пока на комбинате 5. Зимой будем посыпать, убирать от снега, а летом мыть дороги. С начала года в комбинат благоустройства уже поступило 5 единиц техники. В январе автопарк пополнился грейдером, газелью и грузовым автомобилем ГАЗ. В марте муниципалитетом в лизинг будет приобретено еще 2 – коммунально-дорожные машины и автовышка. Это позволит быстрее и качественнее убирать дороги.